Беляева. И 88-й слева, да? В таких зеленоватых костюмах. Но вот Самородова в игровой форме. Удар поворотом! Фернандо! Первая минута. 1-0. Фернандо забила вчера два мяча. Нам показывают Робиньо. То есть вот в прошлом сезоне поход за трофеем норманочка начала со счета 15-0. И в этом тоже. Еще один момент. Три звездочки пока не конкурент норманочке. 32 мяча в трех матчах норманочка забила в ворота. Не очень сильный получился этот удар у Юлии Нелюбовой. А вот и гол. Пока мы смотрели повтор, норманочка свое преимущество удваивает. Александра Самородова на 6-й минуте. Самородова. Передача на Нелюбову. Нелюбову бьет. Гол! Пас сделать не получилось у Юли. Ну тогда забью сама, сказала она. И забила. 3-0. Норманочка. Пас получился. Он вышел точным, но уже без обострений. Фернандо пропускает мяч на правильный удар выше норманочки. Завтра в 18 часов норманочка УГУ КПРФ. Сотый матч, а теперь Самойлова забивает. И счет становится 4-0. 19-я минута. Мария Самойлова становится лучшим бомбардиром своей команды в этом турнире. Фок-Мещерский, норманочка Виссинара. Повтори. Без нее, кстати, тут мастеровитых игроков-то хватает. И вот, например, Троегубова, которая играет под пятым номером, один из них. Удар поворотом. Здесь Кристина Фомина. 8-й Лада Маточкина. И под 7-м играет Варвара Люханова. Гол! Гол забивает Дарья Квасова. Но я не знаю, может быть, потом запишут на Фомину как автогол. Тут ведь Квасова совершенно точно поворотом не била. Но повторение счета финала у нас на табло. Дарья Квасова. Маточкина на Троегубову. Квасова там борется и в штангу мяч попадает. Ну, конечно, не гол в свои ворота. Разница огромная. Ирина Правдина появляется под 10-м номером. Пас на Кухареву и гол! Софья Кухарева! Первый мяч за норманочку в ее карьере. Софья Кухарева в прошлом сезоне игрок «Авроры», но вот теперь игрок норманочки. Не успела смениться Соня. И перехват. Несется вперед Микушина. И выход 1-1 против Колесовой. Браво, Александра Колесова. Очень сложная игра. Прошлосезонной девятки. А здесь Мария Самойлова оформляет дубль. Это было красиво. Противоход вратарю. Мария Самойлова. 7-й мяч. Трансляция на Матч ТВ. Ой-ой-ой! Ну вот таких-то голов, конечно, надо избегать визу. 8-0. Ирина Правдина. Сердечко отправляет на трибуны и телезрителям. На чужой половине поля Александра Колесова. Ну а вот таких голов побольше бы, да? Красивая комбинация Колесова-Фернандо. Нет, Колесова-Робинья. Фернандо-Правдина. Ирина Правдина оформляет дубль. 9-0. Мяч забила Ирина Правдина. Номер 10 команды «Норманочка». У Торина хватает там Фернандо. Пас Правдина. Ирина Правдина заряжает штангу. «Норманочки».
Ну и крайне неудачно его Вис разыграл. Фернандо, выход один на один. Только не на силу. Единственная просьба. Это может привести к травме. 10-0. Фернандо. Она начала. Она, возможно, и заканчивает. На первой минуте Фернандо счет открыла.